Здравствуйте! В элитном жилом комплексе в турецком городе Измир произошел мощный пожар. Спасатели оперативно эвакуировали жильцов. Инцидент случился в ночь на пятницу в районе Йеникале, который находится на западе города. В результате ЧП пострадали 7 человек. Большинство надышалось углекислым газом. Один подъезд дома полностью сгорел. Мэр города Измир сообщил, что деревянная облицовка здания затрудняла тушение пожара. В посольстве РФ в Турции заявили, что среди пострадавших при пожаре россиян нет. Причины пожара пока не установлены, передает местный телеканал ТРТ. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше новостей о Турции, вы можете подписаться на наш канал. Также поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. До новых встреч!